Так, всем здравствуйте. Сегодня 5 апреля. Хочу вот снять кроличков. У меня вот от этого крола осталось 4 штуки, 2 самочки, 2 самца. Сейчас вот последнего взвешиваю. Покажу кролик Фландер. Дата рождения у них 5 января. Сегодня ровно ему 3 месяца. Так, самочки. На взгляд крупнее. Сейчас посмотрим, сколько он весит. Это вот самечек Фландер Агути. Так, ну вот я его посадил. Сидит. Да не видно нифига. Вес. Вот так вот на солнышко. 3920. Килограмм получается. Корзинка и 2900 он весит. Ну, почти килограмм в месяц набирает. Вот сейчас похуже стали набирать. Получается, за месяц 600 грамм набрал. Был он, по-моему, 2400 в 2 месяца. Вот так вот. Самки. Сейчас я их покажу. Так, вот этот самец 3100 весит. Этот получается, да, 3100 минус килограмм, 400. 3100 весит самечек побольше. Так, а вот самки, которая агути покрупнее, она весит 3400. А вот это вот 3150. Вот самечек попался как раз, которого снимал сам маленький. Ну, агути видно, но он здоровый. Уже больше серебристых кроликов. То есть от 2900, самый маленький, в 3 месяца, до 3400. Вот такой вот вес в 3 месяца. Ладно, взвесим потом в 4 месяца. Всем всего хорошего. Подписываемся на канал, ставим лайки.